Желатин всыпают в горячий бульон, помешивая до полного растворения. Добавить сок лимона. В формы для заливного положить нарезанную морковь, оливки, сверху распределив креветки. Разлить бульон по формам. Заливное остудить и отправить в холод до полного застывания. Перед подачей формочку с желе опускают на несколько секунд в горячую воду и выкладывают заливное на блюдо.